Добрый день! Мы сейчас начинаем наш обед. У нас на сегодня на первое салат из... Что у нас тут? Помидоры, молодые листья индивия и грецкий орех. Окей. Кстати, тебе нравится салат такой, да, с индивием? Вкусненький? Супер! Так... Ну, такое интересное сочетание. Помидор, индивий и грецкий орех. Все под традиционной классической заправкой. И Сесиль, кстати, всегда с помидор снимает кожу. Так, наше основное блюдо — это курица по-тайски, да, в кокосовом молоке. Типичный и французский. Рис. В общем, все едят курицу по-тайски. И также, когда Сесиль готовит это блюдо, она всегда кладет имбирь, свежий имбирь. Так вот, такими нарезает полосочками. И очень-очень вкусно. И вот такой у нас сейчас будет красавчик. Пирог, тарт. Грушевый тарт, да? Шикарный просто. На тоненьком-тоненьком тесте, как обычно Сесиль делает. Ну что, давайте резать. Merci beaucoup. Tu m'as fait grand plaisir là. Merci beaucoup. Oui, oui. Super. Pour Estelle, me dis, tu vas jamais manger ça? C'est trop. Ça, c'est plus facile вот peut-être. Вот. D'accord? Тоненький. Яблочный, яблочный, грушевый. Voilà, mon amour. Super.